Всем привет, с вами я, Супер, это будет VSP Group. Значит, если у вас в Ютубе канале есть, вы хотите зарабатывать деньги реальные, то я вам советую VSP Group, потому что я сам подключу. Я уже заработал примерно 2 доллара, уже третий доллар они уже мне должны. Ну, почти 4 доллара можно посчитать. Значит, тут это хорошая партнерка, все почти подключены. Сейчас проводится акция подключения каналов от 50 подписчиков. Если у вас 50 подписчиков, вы можете, в принципе, подключиться и зарабатывать деньги. Реальные деньги. Я вам ссылку внизу в описании ролика оставлю. Заходите через эту ссылку. Эта партнерская программа VSP Group предоставляет возможность монетизации вашего канала и получения премиум-аккаунта. То есть премиум-аккаунт вам что дает? Вы обычно можете только 15-минутное видео сделать, и сейчас вы можете бесконечное видео от 10 часов до миллиона почти можете видео сделать. Ну, типа такого. Я не знаю, там премиум... Ой, это что за... упрощенный стиль. Ладно, значит, еще тут подписчиков в медиасети, то есть вот это 14863, ну, на данный момент, когда я снимаю. Значит, это у этих всех вот это, я тоже подключен, это если меня тоже посчитать, то у этих всех подписчиков где-то 95 миллионов подписчиков, считайте. И количество просмотров вообще 14 тысяч миллионов просмотров. Тут вы можете листать внизу или сразу нажать, если вы хотите, заходите, вот сюда подать заявку, нажимайте, чтобы получить вы адрес электронной почты, статистика канала, данные автоматически, ну тут вы сами прочитайте, нажимайте «Я согласен», я вам просто показываю, заполнить данные и вот выбирайте один из аккаунтов. Вот такие дела. Значит, что? Вы, конечно, заходите и выигрываете, то есть. Ой, заходите и получаете этот премиум аккаунт. То есть вы получаете, и они будут проверять ваш канал. То есть там точно ли 50 подписчиков. И вот сейчас я вам покажу, что надо сейчас. Какие условия подключения. Для этого вам нужно быть старше 14 лет. Или же 18 лет. И в случае чего, если не достиг возраста 18 лет, то вы можете согласить у родителей или у опекунов. То есть вы можете у родителей спросить, ну как бы я это не делаю. Ну это вы понимаете, да? Ваш канал существует более 1 месяца. Если у вас канал 1 месяц стоит, ну у меня уже давно, я давно создал. Вы создаете авторское видео и не нарушаете авторские права других лиц. То есть вы не надо, если у вас какое-то видео скопировано с другого контекста, например, вот, например, Евангай, к примеру, да, вы это видео скопировали и вставили, и деньги зарабатывают, то они отменяют, то есть не принимают, потому что у вас авторского права нет. Вы должны удалить то видео и обратно подключиться. Значит, ваш канал имеет положительную репутацию на Ютубе. Вы должны, то есть, ничего не нарушать, то есть, ни авторские права, вы не должны музыку у кого-то красть. Вот, да, уже тут такая галочка музыка. Вы ничего не должны, то есть, делать, то есть, плохого. У кого-то копировать, что-то делать. А вы должны своим трудом получать подписчиков и просмотров. Минимум 10 роликов на канале, то есть у вас должно быть хотя бы 10 видео, вы должны, ну вы можете сами там какие-то видео добавить, к примеру, как я там прожил свою жизнь или что-то такое, или мультики делать какие-то, или проходить Майнкрафт, прохождение, ну 10 видео сделать и все. Ваш канал соответствует трендам, то они, то есть, примут. И у вас еще должно быть 50 подписчиков, как тут. Давно, я помню, было, если уже 200 подписчиков у вас должно быть. Если у вас не 200, то не принимают. Я накопил, потом добавился, конечно. Вот. Значит, сейчас я войду. Быстренько войду. Я уже зашел, как видите. Значит, вы сюда, вот как зарегистрируетесь, вам в email почту сообщут. Где-то через 7 дней, или через 10, или через 30 дней. Ну, мне где-то через... 12 или 13 дней сообщили это, ну, на email пароль и логин. Я зарегистрировался. Если вы не знаете, что сказать, вот это вот, видите, слева, оставьте отзыв, то она может быть зеленой, то есть
тут уже будет, вы имя свое пишите, email и ваш канал на YouTube, и потом сообщение. А если они будут онлайн, тогда вы просто имя и ваш канал, все. А сообщения не надо, то есть, ну, вы там разговариваете по онлайну, говорите, как там надо. Я на это обычно и говорю, потому что я не знал там, как это все подключить, и спросил у них, если вы что-то не понимаете. Значит, выходите, значит, вот они мне еще должны $1.25, ну, скоро кинуть. Политика, то есть, это вам сколько будут давать. Ну, если ваш канал, как у меня, не очень развит, и не очень много подписчиков, и мало просмотров, то вам будут давать 70% от заработка, а они себе 30%. Ну, это нормально, потому что есть такие группы, которые, партнерки, которые у вас будут брать вообще куча, блин, денег, где-то 90% вообще, и у вас вы только будете 10% получать. А тут более или менее 70, 75 и 80. То есть, если 75, то у вас должно хотя бы быть, по-моему, 10 тысяч или 20 тысяч подписчиков и, ну, нормальное количество просмотров. А 80 это если у вас, блин, просмотров по 1 000 000, может быть, или по 100 тысяч. Ну, вот такие тут такие правила. Профиль, вы можете поменять пароль, кошелек. И да, вы должны иметь, во-первых, кошелек WebMoney. Либо Kiwi, Kiwi они не идут, только WebMoney. На WebMoney еще PayPal и многое другое. Значит, есть тут бонусная программа, библиотека, вот финансы выплаты. Ну, вот давайте я вам покажу, сколько я заработал за это все время. Они мне уже выплатили $3 почти, как видите. $2.71. И еще $1.46. То есть я еще 20 центов еще заработал, 21 цент. А тут только... Это смотрите, они вам платят как зарплаты, то есть как в реальной жизни. То есть если вы там, вот как видите, с 1 июля до 31 июля, они где-то через месяц вам дадут эти деньги. Потом с 1 августа до 31, то есть как зарплата, то есть вы если зарабатываете, в конце месяца вам дают деньги. Вот почти точно так же. Ну, как видите, я тут не очень много зарабатываю. Видите, 24 цента, 57 центов, 65 центов, $1 за октябрь. Ну, нормально, на самом деле. Думаю, потом буду больше зарабатывать. Ну, еще что вам сказать. Я не знаю, снимайте хорошие видео, если будет много просмотров, они вас спокойно примут. И команда их не отзывчивая, то есть если у вас какие-то будут проблемы, вы можете спросить у них. Ладно, тогда буду на этом заканчивать. И думаю, вот это ВСП групп, это для русскоязычных и для бывших стран СНГ хорошо будет подключаться. То есть это Казахстан, Украина, что там еще, Кыргызстан, ну почти все страны, которые рядом с Россией, с Казахстаном. То есть все могут подключаться и зарабатывать реальные деньги. Ладно, я буду, пожелаю вам удачи. Буду на этом заканчивать. А с вами был я, Супер. Всем удачи. Всем пока. И да, не забудьте поставить лайк. И подписаться на мой канал. Написать комментарий, что вы там не знаете. Я могу ответить. Всегда я в онлайне. Ладно, всем удачи. Всем пока.